Всем привет! По заявкам моих зрителей, сегодня мы с вами рассмотрим первое – это для чего нужен Lightroom. Второе – основные моменты работы Lightroom. Третье – пресеты Lightroom. Четвертое – мы с вами обработаем пару фотографий. Пятое – добавим метаданные и сохраним фото. Но прежде чем начать, хочу напомнить вам, что для новичков стоковой фотографии в описании под видео есть ссылка регистрации на Shutterstock. Если вы зарегистрируетесь по этой ссылке, то гарантированно получите мою помощь в начале своей стоковой карьеры. Ну а теперь приступаем. Для чего нужен Lightroom? Начну с того, что Lightroom и Photoshop – это разные программы. Они похожи, но созданы для разных целей. Lightroom создан для фотографов, которые в день делают по 1000 фотографий и более. Он, бедняга, пришел после отснятой сессии никакущий, а ему еще 1000 фото обрабатывать. Никакой здравый организм с этим не справится. Но наши доблестные программисты из Adobe позаботились об таких занятых фотографов и придумали программу, которая может эти 1000 похожих фотографий обрабатывать за несколько кликов. Да, Lightroom способен это сделать, пакетно обрабатывать фотографии. Основные моменты работы в Lightroom. С чего начать? Значит, в самом начале у меня на рабочем столе есть папка RAW. В ней несколько фотографий сырых в формате RAW. Я переношу ее в Lightroom. Они отмечены все 4. Попадут в папку RAW в Lightroom. И нажимаю Import. Lightroom их импортировал. И мы попадаем во вкладку Library. Но пока нам эта вкладка не нужна, мы заходим во вкладку Develop. Ну что ж, давайте рассмотрим бегло функции, которые могут быть здесь в Lightroom. Вот и представим, что у нас похожих фотографий 1000 штук, а может и больше даже. Мы отсняли 1500 фотографий, из них, например, 200 похожих, и вот эти 200 мы сейчас будем обрабатывать. Значит, какие есть инструменты? Инструменты у нас находятся справа. Первое – кадрирование. Нажав на него, мы можем откадрировать нашу фотографию. Enter. Получили кадрирование. Дальше. Замена какого-либо участка на фотографии. Это не Photoshop, я повторюсь. Здесь вы детально все не замените, но какие-то моменты грубенько можно сделать. Вот, например, на камнях, вот тут вот мне не нравится такая впадина. Нажав сюда, нет, это слишком маленькое. Значит, если колесиком мыши покрутить вверх-вниз, то мы увеличим площадь обрабатываемую. Значит, вот это мы удалим, а новый поставим. Он автоматически выбирает сейчас, какой участок подставить сюда, но мы можем покрутить и выбрать себе участочек. Например, вот этот. Дальше. Инструмент, который позволяет убрать красные глаза. То же самое. Колесиком мы больше, меньше выбираем. И если есть красные глаза, то мы ставим в этот участок. Вот он что-то нашел, подумал, что это красный глаз. И брал. Здесь можно увеличить, уменьшить, чернее сделать.
это уже в зависимости от глаз. Дальше. Градиент. Градиентом можно побаловаться, осветлить небо. Сразу выходит такая менюшка, в которой вы можете экспозицию уменьшить, увеличить. Контраст уменьшить, увеличить. Highlights уменьшить, увеличить. Ну и так далее. Можете даже цвет поставить. Например, такой. Идем дальше. Маска. Маска позволяет нам сделать, например, виньетку. Может быть, для каких-то еще целей можно использовать. Это уже, как говорится, вам смотреть, вам выбирать. С помощью экспозиции мы можем сделать виньетку. Сделать жестче ее, меньше, ну и подергать за всякие контрасты, highlights и так далее. Далее, кисточка. Кисточка нам нужна для выбора определенного участка на фотографии, чтобы с ним потом тоже поработать. Опять же, та же экспозиция и так далее, так далее, так далее. Нажимаем Reset. У нас есть кнопочка Reset, чтобы вернуться обратно к исходной фотографии. Давайте рассмотрим еще слева. У нас есть History. Здесь мы можем тоже вернуться к исходной фотографии и посмотреть, что мы делали с вами. Какие мы применяли к ней эффекты. Возвращаемся к исходной и продолжаем. Дальше у нас есть следующий инструмент. Это пипетка. С помощью пипетки мы можем выставить баланс белого. То есть мы кликаем по белому участку или по серому. В идеале нужно по 50% серому участку кликать, чтобы выставить идеальный баланс белого. Но чтобы вам показать, как это работает, мы кликнем сюда, например, мы кликнем сюда, мы кликнем на зеленое и кликнем на белое. В идеале нужно на серое. Примерно вот такое. Да. Дальше есть галочка Auto Dismiss или Dismiss. Может быть. Тогда пипетка у вас будет после клика возвращаться на место. Смотрим. Хоп, на место. Хоп, вернулась на место, да? Чтобы она у вас так не возвращалась на место, убираем отсюда галочку. Все. Дальше у нас идут многочисленные ползунки и диаграммы. Что-то по типу фотошопа, подергав за которые можно выйти на неплохой результат. Ну давайте попробуем. Темп. Да? В фотошопе это цвет. Давайте добавим чуть-чуть такого вот теплого оттенка. Ну а здесь можно ближе к зелененькому. Дальше. Экспозиция. Экспозицию нужно посмотреть по диаграмме. Кстати, за диаграмму тут тоже можно потянуть.
выбираете часть, за которую тянуть, и тянете. Вот сейчас диаграмма выглядит более-менее прилично. И сразу тут ползунки выставились. Значит, контраст, highlights, это светлые. Вот смотрите, тучки, да, если мы, они были вот так вот на серединке, детали потерялись. Мы их его чуть-чуть назад, появились детали на самых светлых участках. Shadows. Shadows — тени. То есть это у нас вот эти участки, где горы. Вот тут. Одним словом, тени. Мы их можем поставить темнее, можем поставить светлее, чтобы появились также детали. Но тогда становится картинка, конечно, площе чуть-чуть. Давайте на серединку. Чуть дальше от серединки, по плюсу 33. White — это, естественно, белые участки. Когда берется полностью картинка, где у нас белые прям такие участки. Ну и black — это черный. Это вот на горе, допустим, вот этот участки, ствол дерева, прям такие черные участки. Мы их можем тоже поставить светлее, можем темнее. Дальше clarity. То есть такая объем, можно так сказать, объем, вдавленность картинки, да? А чего, так неплохо смотрится, да, такой? Dreams какой-то. Vibrance, цветность, насыщенность. Ну и, естественно, кривые. Кривых мы, как и в Photoshop, можем выбрать цвет, по которому работать, или сразу с RGB. Ну, я думаю, тут уже больше нам особо нечего делать. Следующее. А следующие ползунки у нас для работы с каждым цветом. Вот, допустим, у нас мы видим, что вот эти вот деревья, вот этот лес, он с какой-то желтоватостью, да? Мы берем желтый и тянем его вправо для нужного, до нужного результата. Также, ребята, можно выставить вот этим инструментом. Мы берем его, подводим к тому цвету, который нам нужен. К тому цвету, который нам нужен. И за него тянем. И вот он у нас. Мы его озеленили чуть-чуть. Также меня интересно это озеро. Оно прям какое-то аква. Аква-аква сильно. Можно его чуть-чуть поставить синей. А это небо примерно таким. Это мы работали Hue, Saturation. Можно это у нас... насыщенность, ну и яркость. Дальше у нас идет зернистость. Amount у нас 25 стоит. Здесь показан кусочек, на котором можно посмотреть эту зернистость. Он, допустим, давайте тут будем смотреть. Вот такую можно поставить зернистость. Noise — шум,
и тоже шумовой цвет. Цвет шума. Все, основные функции Lightroom я вам показал. Дальше давайте переходим в пресеты. Пресеты находятся у нас с левой части программы во вкладке Presets. Значит, давайте разберемся, что такое пресет. Пресеты — это настройки определенной последовательности и сохраненные в один файл. Пресеты экономят массу времени. Если нужно обработать фотосессию из 50 и более фото в одном стиле, то вы это сделаете за несколько кликов. Чтобы установить пресеты, для Windows нужно зайти в Edit, Preference, и там вкладка пресеты. Для Mac Lightroom, Preference, и здесь у нас вкладка Presets. В этом окне, чтобы установить пресеты свои какие-то, вам нужно нажать кнопку Show Lightroom Presets Folder. Мы попадаем в папку Adobe. И у нас выделилась папка Lightroom. Заходим в нее. Теперь нужно зайти во вкладку Develop Presets. И вот она. Заходим. User Presets. И сюда перекидываем папки с нашими пресетами. После того, как вы их сюда перекинули, нам нужно вернуться в Lightroom. Закрыть эту вкладочку и выключить и перезагрузить Lightroom. Тогда пресеты заработают. Только после перезагрузки заработают пресеты. Как пользоваться пресетами? Вот у нас есть некие наборы пресетов. Вот она, папочка User Preset. То есть вы сюда перекидываете, они у вас тут появятся. Выберем вторую фотографию и попробуем поработать с пресетами. Значит, Lightroom Presets BNW Black and White фильтр. Мы подводим сюда, у нас можно нажать и тогда посмотреть, как получилась наша фотография Black and White. Понажимать. С этой стороны настройки неким образом выстраиваются, и получается, мне понравился вот этот самый первый фотопресет. Давайте еще на другой поэкспериментируем. Выберем Color Preset. Вот так. Ой, хорошо. Вы знаете даже. А это что-то постапокалиптическое, да? Cross preset. Вот это неплохо. Old. И вот это тоже неплохо. А мне понравилось самое первое. Старое фото. Aged photo. Вот у нас обработаны 4 фотографии разными, вернее, одним способом мы вручную обработали фотографию, остальные мы обработали пресетами. Вот давайте теперь представим, что у нас с вами этих фотографий, допустим, 500 штук похожих, одинаковых фотографий. Вот мы вручную обработали одну из них. Теперь надо нам применить это все дело к остальным 500 фотографиям, 499 фотографиям. Мы ставим, выбираем первую фотографию, которую мы обработали, остальные зажимаем Shift и выделяем все остальные 499 фотографий. Далее мы идем в правую часть, где мы
ползунки наши дергали. И нажимаем такую супер кнопочку Sync или Sync, синхронизация. Нажимаем ее. Дальше попадаем в окошко, где можем выбрать, что к остальным 499 фотографиям нам нужно применить. Баланс белого, basic tone и все остальное. Вы можете что-то убрать, что-то оставить. Вот нам кроп не нужен, кадрирование. Все остальное мы можем синхронайз нажать. Если там будет 499 фотографий, это будет подольше, чем у меня. У меня все остальное применилось. Вот давайте в этом убедимся. Чтобы убедиться, нужно нажать Y. И тогда мы увидим слева фотографию, которая была до, справа фотографию, которая была после, которую мы уже переделали чуть. До, после. Вот видите, в фотографии, которая была до, на небе потеряны детали. У нас же уже после они есть. Ну и также последняя фотография. Вот и вся работа, ребята, с Lightroom. Но чем Photoshop лучше, чем Lightroom? Понимаете, если вы работаете с одной фотографией, сделали, допустим, бьюти-портрет какой-то классный, вам нужен по-любому Photoshop. Все детали кожи вы так не сделаете в Lightroom. Lightroom предназначена для быстрой обработки. Вы отсняли, допустим, предметное фото для каталога, допустим, ботинки какие-то. Их 1000 штук. Вы просто в Lightroom подергали за настроечки в одной фотографии и ко всем применили. Также можно комбинировать. Вот вы сейчас поработали, все вам понравились, допустим, одни настройки, вы для 500 фотографий их применили, но вам нужно где-то что-то подкорректировать из этих 499 фотографий в двух или в трех. Вы их сохраняете, переходите в Photoshop и продолжаете работать. Что мы дальше делаем? Теперь мы с вами добавим метаданные и сохраним фотографию. Метаданные добавляются во вкладке Library. Переходим в нее. Справа мы видим Keywords Tag. И здесь мы можем вводить наши ключевые слова. Например, природа, да? Natural. Дальше выдаются похожие ключевые слова. Wooden, beach, или это не beach, bench. Ладно. Old пусть будет. Day, background пусть будет. И так далее. Они выдаются тут похожие ключевые слова. Дальше у вас еще есть такая менюшка Keywords List. Lightroom собирает информацию по вашим фотографиям, по вашему каталогу, с которым вы работали в Lightroom и уже добавляли ключевые слова. И он показывает вам ключевые слова, которые есть в других фотографиях. То есть, вот смотрите, background используется в 18 фотографиях, которые у меня вообще есть в Lightroom. Ну и так далее. По вот этим, тут можно тоже коричневый, браун добавить, зап, ну и так далее. Вот тут можно тоже поискать. Тоже помогает быстро добавлять ключевые слова. Как работать с ключевыми словами, у меня на моем канале есть видео о том, как подготовить фотографию для стока. Там я показываю, как добавить ключевые слова в фотографию. Давайте закроем Keywords List. И мы попадаем в следующую менюшку метаданные. Здесь title, описание. Значит, давайте title напишем. Natural. И
описание. Ну, допустим, да, Natural Ocean. Значит, что мы делаем дальше? Таким же образом, вот мы одну фотографию внесли, метаданные, выбираем все оставшиеся 499 фотографии, нажимаем Sync Metadata. В следующей менюшке мы можем также добавить, что нам, может быть, мы забыли добавить, да? Copy name, допустим, natural, давайте еще напишем. Рейтинг даже можно какой-то, не понимаю для чего. Ну и поклацать дальше. Можно еще камера, инфо и все остальное. А после всего, что мы уже ввели, нажимаем Synchronize. Все. Можно проверить. Natural Ocean. Теперь переходим в сохранение фото. Как же его сохранить теперь, когда мы уже все закончили? Выделяем. Нажимаем файл. Даже не надо файл, через файл. Вот у нас есть кнопочка экспорт. Импорт, мы их сюда заливали, эти фотографии, а экспорт мы уже выливаем их, так сказать. Сохраняем на нашу папку, наш компьютер, чтобы не лазить, не искать их где-то тут по каталогам Adobe. Что тут нужно? Тут нужно только выбрать папку. Папка RAW, та, в которой у нас и были эти исходники. Значит, что нам еще нужно выбрать? Нам нужно выбрать формат файла, в котором сохраняются эти фотографии. Вот у нас выбрано JPEG. Можете выбрать что угодно. Или Original, то есть в тех, которых они были. И Quality ставим 100. Остальное все можно оставить так, как есть. Нажимаем экспорт. Вот, пошел экспорт. Если их 499, это, я думаю, затянется. Можете пойти покушать, попить кофе, чайку, еще раз покушать, покупаться, потом опять попить чайку, посмотреть телевизор, посмотреть канал Photo Without Studio, после этого, через несколько секунд, и только после этого мы получим уже готовые фотографии. Заходим в нашу папку RAW. И мы видим, что появились такие же файлы, только JPEG. Дабы проверить метаданные, мы откроем в Photoshop один из файлов. Заходим в файл Info. И мы видим, что у нас документ Title заполнено, описание заполнено и Keywords заполнены. Все, что нужно для Shutterstock. Ну что ж, ребят, я думаю, что рассказал основные моменты работы с Lightroom доступно. Если нет, ставьте дизлайк. Если да, ставьте лайк. Пишите комментарии, что вы думаете. Может, что-то забыл. Всем пока!